Окончание школы фойлинга означает, что теперь вы можете кататься на Hoverglide с мачтой 35,5 дюйма, который идет в комплекте с Hoverglide. Подобно тому, как вы увеличивали длину мачты в школе, вы поменяете ее на новую мачту. Тем не менее, теперь, когда вы уже прошли три предыдущие стадии, вам будет намного проще с ней управляться. Теперь у вас еще больше длины мачты для управления. Будет интереснее ездить, делать повороты, получится ездить быстрее, а также касания с водой будут реже. Теперь, когда вы уже фойлер, пришло время выйти на воду и насладиться всеми аспектами фойлинга. Это включает в себя эксперименты с прыжками, максимальные углы хождения против и вниз по ветру. Вы просто начнете прогрессировать. Уделите внимание технике дельфинчика. Теперь с длинной мачтой у вас больше амплитуды вертикального движения во время раскачки. Это позволит быстрее разогнаться. А этот навык будет полезен, когда вы перейдете к разборам поворотов и разворотов в следующем уроке.